Сегодня в Одессе отметили День партизанской славы. Утром на Аллее славы состоялось традиционное возложение цветов к памятнику неизвестному матросу. В церемонии приняли участие депутаты, военнослужащие, ветераны, участники партизанского движения, духовенства и общественности. День партизанской славы – это люди, которые остались в тылу врага, и им, пожалуй, было сложнее, чем на передовой, потому что передовая четко обозначена, враги впереди, свои сзади, спина закрыта, а партизаны, участники подполья, безусловно, было им очень сложно, потому что в каждом можно было видеть врага или друга, и это можно часто стоила ошибка жизни. Праздник. Это нужно, ну, это, как говорится, память для поколений. Вот. Поколения должны знать историю своих, своего населения и прославлять дальше свою родину.